В Иерусалиме часть парковки провалилась под землю. В яму также упало не менее 3 автомобилей. Инцидент попал на видеокамеру городской больницы, рядом с которой находится стоянка. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Мы осмотрели местность, оцепили ее и приготовились оказывать первую помощь пострадавшим. Вниз спустились спасатели, чтобы осмотреть провал изнутри. Мы хотели убедиться, что люди не провалились в яму и нет никаких жертв. Полиция также перекрыла движение автомобилей рядом с местом происшествия, чтобы обследовать этот район. Пока причин обвала не выяснили, но известно, что недалеко от больницы идут работы по прокладке подземного тоннеля. Возможно, они и вызвали обрушение на стоянке.